Сейчас вся эта аналитика превратится в балаган. Основной аналитический инструмент. Шампанское хочешь пить? Рискуй, братуля. И куча линий, будет. Вот этих вот индикаторов. Смотри, как прошарено на столе. А потом говорю, кстати, какой у меня портфель? Потрясающий. А у Васи? Да у меня все охуенно. Позитивчик. Переиграл. С наступающим, ребят. Это шоу «Деньги не спят», а Тинькофф Инвестиции. Первое и единственное в России понятное шоу о финансовых рынках. Здесь мы разбираем, как можно заработать на бирже. Ну, или потерять. Слов на ветер мы не бросаем и доказываем все на реальных деньгах. И на это у нас есть 6 миллионов рублей. Правда, у меня только один. Потому что ты консервативный пока инвестор, и я агрессивный. Посмотрим, кто заработает больше. Стопэ, ты что делаешь? Хочу повесить голову быка. Сфига ли это? Ну, потому что головы лося не было, да и рынки растут. Яночка, пойдем. Этот год, я согласен, остался за быками. Следующий год сам будет медвежий. Оставляй ту голову. Все, пойдем. Это шоу «Деньги не спят», а Тинькофф Инвестиции. С вами вновь Василий Олейник и очаровательный Ян Азевич. Пришло время подводить итоги года и делать ставки на год следующий. Поехали. Ну что ж, друзья, просто фантастический год всем инвесторам подарил Дональд Трамп. Особенно и тебе. Особенно мне. Двухзначные темпы прироста показывают почти все биржевые индексы в мире. И самое, что отрадное, биржевой индекс России, валютный индекс, в лидерах роста. Это, конечно, очень и очень круто. 42% валютный индекс РТС прибавил за год. Но если посмотреть на остальные площадки, американский индекс S&P 500, флагман, 30%, биржевой индекс NASDAQ, высокотехнологичный, 35%, европейские индексы за год прибавили 28-29%. Тоже отличный результат. Но самое интересное, что вот Китай чуть хуже. Ну, понятно, торговая война, но все равно плюс 21% за год. Ну, а если сравнить Россию с остальными развивающимися площадками, то, конечно, она просто оторвалась куда-то нереально. 14% целиком индекс развивающихся рынков, при том, что российский 42%. Мне кажется, конечно, немного перекрыто здесь есть, но и рубль. Конечно, российский рубль за год плюс 10% отвоевал позицию американского доллара. Фантастический год получился. Спасибо еще раз Дональду Трампу. Ну и график, который мы, Яночка, с тобой рассматривали буквально пару недель еще назад. Здесь вот еще отметочка запечатлена. 3120 пунктов по S&P. Делали ставки, дойдет не дойдет до верхней границы канала, которая на отметке 3250-3300. Ну вот, по итогам пятницы мы видим, дошел. Я напомню, это почти 11-летний тренд, которого в истории не было никогда. 11 лет тренд, еще раз, это просто что-то фантастическое. Но, тем не менее, мы к верхней границе подошли. Конечно, мы сейчас будем делать ставки на год следующий. Посмотрим, чего ждать, будет ли все-таки коррекция, хотя многие уже в нее действительно не верят. Но хотелось бы все-таки озвучить, на чем такое фантастическое ралли случилось и оправдано ли оно было за этот год. Ну, напомню, что, во-первых, год-то начался у нас, во-первых, с низкой базы. В том году у нас напугался Федрезерв повышением своих процентных ставок и обрушил рынок. Ну, соответственно, в корне просто Федрезерв переобулся в середине года и начал снижать ставку. Ну, мы видим, соответственно, это и подхлестнуло инвесторов, и они начали все больше и больше покупать акции. Поэтому основное ускорение все рынки получили практически именно в третьем квартале. Причем еще и при запуске печатного станка, который также начался с сентября текущего года. Мы видим, сколько денег начал вливать Федрезерв, американский регулятор, в мировую финансовую систему. Причем Пауэлл неоднократно говорил, что наоборот, нужно экономику как-то поднимать и ставки повышать, но переобулся он буквально в течение правления 2 месяца, наверное. Да, если вот здесь вот он говорил, что высокие ценовые диапазоны по рынкам его пугают, то, соответственно, сейчас, когда рынок еще выше, он продолжает снижать ставку. Хотя говорил, это все же корректировка. Первый раз корректировка, второй раз корректировка, но 3 раза подряд снизить ставку, при том, чтобы цикл был растущий, это, конечно, уже никакая не корректировка, а давление со стороны президента США. Это 2 самых важных фактора, которые поддержали фондовый рынок. Ну, конечно, надо еще отметить один. Помимо Федрезерва, в мировую экономику в начале года влил китайский народный банк гигантскую лавину денег. Почти 700 миллиардов долларов в долларовом эквиваленте зашло денег. И, соответственно, на этом в начале года, в январь, февраль и март тоже был взлет биржевых индексов. Ну и третий, самый важный, наверное, фактор роста биржевых индексов, по крайней мере, в США, но, наверное, и во всем мире, это
байбеки, когда акции, когда компании выкупают свои акции с рынка. Количество байбеков хоть и начало снижаться в третьем, четвертом квартале, но тем не менее более 800 миллиардов долларов именно на такую величину компании выкупили своих акций. Около полутриллиона долларов заплатили дивидендов в 2019 году. И самое страшное, конечно, вот в этот момент индексы на хаях, темпы байбеков снижаются. Как эта картинка круто напоминает 2008 год, когда в 2007 также были исторические максимумы по байбекам. Как только они начали снижаться, случился обвал. Друзья, тем не менее, фантастический год, все круто. Рынок вырос на фантастическую величину. Но если мы посмотрим с последнего максимума, который мы видели год назад, да, рынок-то американский вырос всего лишь на 8%. А за два года рынок вырос всего лишь на 10%. Январь 2018 года, прошло два года, прирост всего лишь на 10%. И в принципе, средняя величина американского рынка, на котором прирастает, там, да, это 6%. Поэтому плюс-минус эффект низкой базы, поэтому получили такие хорошие проценты. Ну и последнее, конечно, российский рынок был флагманом. Кто его тащил в этом нефтегазовый году? Нефтегазовый сектор. Нефтегазовый сектор, да, мы об этом тоже целый выпуск сделали про нефтегазовый сектор. Еще раз хочется показать, как он по капитализации обогнал весь остальной рынок. Посмотрите, вот с 2015 года, это динамика капитализации нефтегазового сектора желтеньким, да, плюс-минус. Он был схож с капитализацией всего остального рынка, куда входит банковский сектор, металлургический, сектор электроэнергетики и так далее. Да, вот. Они были схожи. И вот он, отрыв 2018 и отрыв 2019 года. Капитализация нефтегаза 23 Васенька. Триллиона и капитализация сейчас рынка 22. Наши зрители прекрасно знают, что произошло и что поддерживало российский рынок акций на протяжении всего этого года. Вопрос у большинства, что будет в 2020 году? Я знаю, что ты не сможешь уложиться в 30 секунд, но давай попробуем. Расскажи о своих ставках и позиции на следующий год. Слушай, даже я уже поверил в безоткатный, казалось бы, рост. Я действительно верю, что, возможно, к выборам президента США рынок будет выше. Но в любом случае должна случиться какая-то коррекция, потому что без других, без дополнительных стимулов и вливаний, хрен рынок ты удержишь на таких высотах. То есть нужно запуск еще более сильного печатного станка, поэтому рынок нужно обрушить в первом квартале, чтобы был повод у ФРС запустить печатный станок. Другого варианта я нет. Хотя в отметке 3600 даже я уже верю. Но если таких медведей сломали, прости, то, наверное, может быть и коллапс какой-нибудь случится. Конечно, здесь может быть и, я не знаю, ситуация с китайским народным банком. Будет вливать, не будет вливать. Пока он говорит, что не будет вливать. Если не будет вливать, действительно вся система может рухнуть. Торговая война, я не верю, что конфликт исчерпан. Люди ставят на рост рынков, они думают, что бабло вечно будет побеждать зло. Но хрен так, как показывает история, мы уже сейчас в пузырях, блин, хрен знает в каких. Поэтому, блин, я думаю, что шансов на дальнейший просто рост безоткатный, да хрен там. Не уложился, Вась. Может, аналитиков позовем? Послушаем альтернативное мнение. Давай позовем. У нас сегодня в гостях аналитики от Тинькофф Инвестиции Кирилл и Евгений. Приветствуем вас. Скажите, подарки принесли? Привет. Да, смотрите, мы не с пустыми руками. Ян, у тебя портфель в плюсе, мы знаем. Ты уже заработала, поэтому можешь позволь себе какой-то небольшой подарок сама купить. А, как ты знаешь, у Васи портфель в минусе. Вася теряет деньги, и мы решили, что не можем прийти к нему с пустыми руками, поэтому, отрывая от всего сердца, Вась, мы тебе дарим основной аналитический инструмент. Не знаю, как мы с Кириллом в следующем году будем работать, вот. Но надеемся, что он тебе поможет, и в следующем году твой портфель покажет отличный результат, выйдет в плюс, поэтому вот... Это спасибо, я думаю, для тебя. Чего мне не хватало целый год? Чего мне не хватало целый год? Блин, я что, неправильно строил каналы, что ли? Нет, нормально. Ну, так проще, так проще. Так проще? Конечно. Блин, когда уже вот будем ломать? Когда будем ломать уже вот так вот будем строить, а? Ну, вниз? Там 3300 как минимум еще. А потом сломаем. Блин, друзья, спасибо большое, но если вдруг у вас начнутся проблемы на работе, звоните, а сразу верну. Так, хорошо, помимо данного инструмента, что еще может помочь Васе обвалить Америку? И есть ли шанс на коррекцию? Вот... Мы считаем, да, что у Васи есть неплохие шансы. Он, конечно, выбрал супер опасную стратегию, да, он шортит рынок, Вася против всех. Выбрал себе самых, как его, противников из категории легкого веса, Трамп, Си Цзиньпинь, ФРС. Вот. Но, тем не менее, шансы, на наш взгляд, у него есть, потому что мы тоже считаем, что американские акции сейчас торгуются очень дорого, и шансы на коррекцию, они есть, и их не стоит упускать из виду. Аргумент.
Аргумент, ну, самый простой аргумент, да, это что акции торгуются дорого, это можно посмотреть на мультипликатор P на E. Да, если посмотреть, например, в целом по S&P 500. Что такое P на E? Это самый простой, в принципе, мультипликатор, который используют аналитики. Это отношение цены компании к ее прибыли. То есть, если компания торгуется с мультипликатором 10, значит, она стоит в 10 раз больше, чем ее годовая прибыль. То есть, грубо говоря, если вы инвестируете, вы там за 10 лет окупаете свою инвестицию. Если P на E 100, то вы инвестируете и ожидаете, что вы за 100 лет окупите свою инвестицию. Да? То есть, понятно, что P на E 100 – это плохо, а P на E 10 – это хорошо, потому что P на E 10 означает, что акции дешевле. Данный показатель – это такая средняя температура по больнице, а точнее по американской экономике. Поэтому, да, есть отдельные компании, которые много лет живут с высоким показателем P на E, им ничего не мешает, у них большие ожидания по росту прибыли, которые оправдываются. А данный показатель просто говорит о том, что в среднем в американской экономике по индексу S&P 500 сейчас данный показатель находится на довольно высоком уровне. И, как мы видим, в принципе, за довольно большой период времени он почти на максимальных уровнях. Думаю, что не только мне, но и нашим зрителям будет интересно, до какого уровня P на E компания считается недооцененной, а с какого перекупленной? Это очень тонкий вопрос. Конечно, нюансов здесь море. Мне кажется, это простой вопрос. В целом, если смотреть, опять же, в среднем по больнице, как говорит Женя, для S&P 500 среднее значение где-то на уровне 18, там, на очень долгосрочном периоде. Да? То есть, грубо говоря, вот 18, и сейчас бумаги торгуются, вот если смотреть по желтой линии, по историческому P на E, сейчас бумаги торгуются, вот уже начиная где-то с ноября 15-го, сильно выше вот этого среднеисторического P на E 18. И поэтому, если мы вот эту линию проведем, да, мы видим, что вот здесь акции были недооценены в целом, здесь они были в целом выглядели переоцененными. Да, мультипликатор, конечно, говорит сам за себя, что рынок дорогой, но, понимаешь, инвесторы – это такие люди, которые готовы просто верить и покупать веру. Как пример, та же Tesla, у которой P на E, прости, но вообще нету там, да, уж если на то пошло. А я там покупаю там компании с P на E 1. И они не растут, а растет тварь AMD с P на E 300. Как? Почему? Amazon. С P на E 100, да. То есть… Вера Ладно. В будущее. Вера лучше. В будущее и в Дональда Трампа, да. Потому что если ему будет хорошо, рынок покажет 12-й год роста. S&P я имею в виду, конечно. Я тебя убью. Смотри, Василий, я тебя услышал, но фундаментальная проблема в том, что ты выбираешь отдельные случаи. Да? Мы пытаемся смотреть на рынок в целом, а ты выбираешь два конкретных случая, которые очень сильно вырываются из там, средней какой-то вот, динамики компаний. Да? А история с этим показателем такова, особенно с верой инвесторов, ты говоришь, что она есть, что она драйвит рынки, приводит к росту. Проблема в том, что эта вера иногда заканчивается. Если Согласен. Мы вспомним 99-й, 2000-й год, как все покупали Слушай, компании IT-сектора, есть, как они верили. Есть золотое правило Баффета – покупай то, что растет. Не ищи недооцененные компании. Ой. Подожди, Ваша... ты вообще знаешь, знаешь про Баффета? Погоди, он не вроде делал. Наоборот говорил. Нет. Ты, может, Баффета путаешь с кем-то помоложе? Он растущий бизнес, и понимаешь, когда одно дело, вы пытаетесь, может быть, там найти интересную недооцененную историю, но вопрос, сколько недооцененной истории у вас будет оставаться недооцененной? Василий, так, давайте вернемся к сути, иначе сейчас вся эта аналитика превратится в балаган. Давайте, ключевые факторы. Первый, самый, это Дональд Трамп, 20-й год, выборы президента Соединенных Штатов Америки. Блин, да вот понимаешь, какая разница на все вот эти мультипликаторы, пинаи, да это все вот, понимаешь, когда-то раньше работал, сейчас ни хрена ничего не работает. Все зависит просто от бабла. Печатают бабло, рынки растут, не печатают, рынки, блин, обрушатся. Понимаешь, вот погоду на рынке делают только финансовые, только центральные банки. Все, от них все и зависит. Ты мне зачем об этом говоришь? Запиши специальный выпуск. Запишу в следующем году. Да, Яночка, тема выборов самая крутая, самая актуальная в 2020 году. Друзья, кто победит? На чем можно заработать? Ваши мысли. Вопрос, конечно, да, непростой. Потому что, действительно, это самое большое, наверное, событие следующего года, выборы США. Весь новостной поток, связанный с этим. Сейчас, насколько я помню, там по ставкам букмекерских контор, вероятность победы Трампа, по-моему, 44%.
Да, но 44% звучит не так уж много, да. Пару процентов можно там вырвать буквально и уже победить, да. И выборы в Америке известны тем, что там вплоть до конца два кандидата могут идти вот прямо нос к носу, как было на прошлых выборах в 2016 году. И особенно когда результат был очень непредсказуемый, все эти опросы указывали, что должна победить Клинтон, а в конце концов Трамп взял и вырвал у нее буквально из рук эту победу. Формально по голосам она победила, да, только по выборщикам, возможно, кого-то и подкупили, да, результат оказался другой, победил Трамп. Ну, такова система. Ну, сейчас, если демократы, то на кого можно поставить? Вот, и, окей, если будет Трамп на коррекции, какие акции купить бы лучше? Так Трамп или демократ? Давайте так, кого, для кого того, первым? Чтобы и зрителям было понятно, кто не знает, в чем разница республиканцев и демократов, как это влияет на рынки, обозначим ключевые параметры. Республиканцы – это поддержка экономического роста, это поддержка частного бизнеса, при этом демократы, они выступают наоборот за социальную сферу, за социальные дотации, увеличивают их, планируют увеличить налоги в случае своей победы для бизнеса, для крупнейших корпораций и расширить реформу здравоохранения. Самые известные – это Medicare и Medicaid. Если демократы, то что покупать? Какой сектор? Демократы, как ты правильно сказала, они такая очень социально ориентированная партия, хотят, чтобы благосостояние людей улучшалось, жить им было лучше. И да, как раз поэтому они будут, вероятно, делать какую-то реформу здравоохранения. Угу. Что будет означать, скорее всего, какое-то давление на компании этого сектора, потому что многие американцы и многие политики считают, что эти компании, которые занимаются лечением, просто обдирают как липку американских граждан. И вот такие... Ох, Кирилл, Евгений сейчас на тебя посматривает и, скорее всего, хочет назвать прям конкретные компании. Если говорить про конкретные компании, если мы говорим про демократов, то они, скорее всего, будут поддерживать те отрасли и те компании, которые занимаются альтернативной энергетикой. Многие кандидаты говорят о том, что нужно развивать эту отрасль, давать ей какие-то субсидии, дотации. Здесь можно привести пример такая компания, как First Solar. Если мы говорим про республиканцев, наверное, первое, что приходит на ум, это, безусловно, компании, работающие в военно-промышленном секторе. Они чувствуют себя хорошо сейчас, если Трамп переизбирается, республиканцы отстают у власти, то эти компании также будут продолжать, скорее всего, чувствовать себя хорошо. Ну, самое простое, Lockheed Martin и Boeing, наверное, первое, что приходит на ум, что можно покупать под такую стратегию. Угу. Есть еще принципиальное различие вот в международной торговле. Трамп, он чем занимается? Он очень жестко отжимает рынок. А демократы, в случае победы, наоборот, будут в рамках международной торговли пытаться договориться для того, чтобы другие страны открывали свои рынки сбыта. Есть ли шанс вообще, в принципе, у демократов на то, что бизнес на выборах будет их поддерживать? Есть, конечно, да, потому что, например, как мы знаем, Трамп ввел все эти огромные тарифы на китайский импорт. От этого, в частности, довольно сильно страдают многие ритейлеры американские, потому что у них большая часть продукции делается в Китае, и они ее везут продавать потом в Америку. Поэтому для них эти тарифы являются еще одним таким гвоздем в гроб их бизнеса, потому что их и так уже дает Amazon. А еще и тарифы, когда на них прилетели, им стало прям совсем плохо. Там та же компания Macy's, можно увидеть, как сейчас страдают ее акции буквально уже последний, наверное, год или два. Угу. Я предлагаю так, обозначить ключевые даты, в связи с которыми потом будет хоть какая-то динамика наблюдаться на финансовых площадках. Давайте отметим, это март месяц, когда в 15 штатах будет голосование. По крайней мере, мы все поймем, кто лидирует именно от демократов. И уже тогда, возможно, при акции рынка можно будет понять хотя бы на среднесрочную перспективу, чего мы ждем. Торговая война теперь. Давайте вот к ней мы вернемся, поскольку Дональд Трамп постоянно пишет в Твиттер, вот мы подписали, вот мы не подписали, а возможно через месяц, а потом мы встретимся. Очень хороший диалог был с Си Цзиньпинем. Посмотрим, может быть, через недельку созвонимся. Сколько это будет продолжаться, на ваш взгляд? И как вообще торговая война в этом виде, в котором есть она сейчас, будет развиваться в 2020-м? Ну, я сначала коротко отвечу на первый вопрос. Сколько это может продолжаться? Это может продолжаться очень долго, потому что китайцы известны своей вот культурой торгов. Они очень хорошо, очень долго торгуются. Никогда да? не говори нет. Хороший пример того, как они долго торгуются, это, например, газопровод «Силы Сибири», который «Газпром» давно уже строит в Китай.
Спустя 10 лет, я просто Газпром, напомню, да, Газпром, Газпром с китайцами очень-очень-очень долго договаривался по этому газопроводу. Просто очень долго. Я не помню точно, какой 10 это лет, год. 10 да, лет. Очень долго они договаривались. Более того, они договорились его строить, что-то подписали. А по цене, по которой они будут продавать этот газ в итоге китайцам, они договаривались еще несколько лет. А сколько это будет продолжаться? И доколе, нам кажется, что текущая ситуация, текущая позиция и США, и Китая, в принципе, устраивает и тех, и других. Потому что вот это такое временное перемирие, или, по крайней мере, отказ от дальнейших каких-то плохих действий в отношении друг друга, нравится всем. В США, как мы сказали, будут президентские выборы, им сейчас все меньше и меньше будет до этого. Они будут заботиться о политике, о своих рейтингах, о том, чтобы переизбраться. Жень, так весь здесь... А в Китае проблема с... Прости, а в Китае проблема с экономическим ростом. Это они действительно сейчас много усилий направляют на то, чтобы не допустить замедления экономики дальше. И вот эти торговые войны для них, конечно... в жесткой форме крайне сейчас нежелательно. Ну, впервые за 20 лет огромное количество государственных компаний, в том числе, объявили дефолты. В кредитной системе также значительные проблемы. Дошло даже до того, что они были вынуждены поднимать ставку репо, и это привело к тому, что ликвидности не оказалось, и они были вынуждены использовать деньги вкладчиков. А для того, чтобы их привлечь, нужно как привлечь? С помощью поднятия ставки по депозиту. Соответственно, вот этот кредитный пузырь, он же может сработать как бомба замедленного действия, разве нет? Это, наверное, один из таких важных рисков, о которых стоит сказать действительно на следующий год. О проблеме кредитов и вообще там, дефолтов в Китае, в китайских компаний, говорят уже довольно давно, не первый год. Но вот ситуация, особенно к концу этого года, значительно ухудшилась. И, наверное, пиковой точкой стало то, что буквально несколько недель назад крупная китайская государственная компания, на 100% принадлежащая государству, объявила дефолт по своим облигациям. Это случилось впервые за 20 лет, и, соответственно, может означать, что в дальнейшем эта проблема будет все больше и больше выходить на первый план. Если посмотреть, опять же, на статистику, сколько сейчас долга у китайских компаний, да, не только у китайских компаний, вообще поговорить о том, сколько долга в Китае. На графике очень четко понятно и видно, что буквально за последние 10 лет значение общего долга в Китае, то есть это и частные лица, и банки, и компании, и государство, оно выросло почти вдвое. И сейчас этот общий долг по отношению к ВВП страны составляет довольно высокие 300%. Это не может не настораживать, и динамика не может не настораживать. Поэтому, на наш взгляд, в 2020 году эта тема, скорее всего, будет опять в фокусе. Угу. Будем следить за ней, будем следить за тем, как китайские компании, в первую очередь, государственные, будут себя вести. Извини, пожалуйста, Евгений, хотелось бы просто уточнить. Долг Китая – это 290-300% к ВВП. Угу. У Соединенных Штатов Америки… 107, чуть 108, меньше. 108. Почему так? Ведь мы все время говорим о том, что Америка, она наиболее закредитованная. То есть получается, что китайцы в свое время, финансовый кризис, просто все выкупили, все долги и взяли все на себя? Ну, вот, кстати, Вася отметил, что в США чуть больше 100%, но это именно госдолг, да? Это долг правительства. Здесь мы говорим обо всем долге, и, в принципе, в США... Нет, если есть, конечно, там корпоративный долг еще 50% от ВВП, простите, 47%. Цифры будут очень похожи. То там цифры, принципе, да, за 250 где-то будет. Да, в США, на самом деле... Но все равно меньше, чем у Китая. Нет, нет, там цифра порядка 300, даже чуть больше. Такие же. Если да, долг домохозяйств, корпорации, государства, все. Что интересно, он на этом уровне довольно давно, то есть до 2008 года он доходил почти до 400%, потом немножко снизился. Но американская экономика, в принципе, чувствует себя сейчас хорошо, и это говорит о том, что такой высокий долг, он может быть не критичен. С таким долгом экономика может существовать, экономика может развиваться. Тут главное, чтобы он не рос, главное, чтобы не было много дефолтов. И ключевой риск дефолта заключается в том, что инвесторы могут просто испугаться. В один прекрасный момент они могут вывести свои капиталы из китайской экономики. А вот интересно, Кирилл, есть же ключевой игрок, это Лондон.
ну, в рамках, если мы рассматриваем. А если там какой-нибудь инвестор захочет выйти, за ним все побегут? Будут разбираться или нет? Ну, это не обязательно Лондон, да, если говорить про какие-нибудь портфели крупных институциональных фондов, то у них, как правило, если они занимаются, например, специализируются на азиатском долговом рынке, у них есть большой портфель, там, не знаю, 100, 200, 300 бумаг, которыми они следят. И вот они видят, бац, там у них есть какой-то мониторинг, да, что происходит с их портфелем, и там какая-нибудь норма, например, у них 1% дефолтов от портфеля в год, да. И тут они следят, смотрим, а вот пошел там еще дефолт, бац, уже там 2% дефолтов от портфеля в год, да, потом 3%. Когда они видят, что там это доходит до какого-то уровня, они говорят, все, ребята, мы не хотим рисковать, продаем все, потому что дефолт может прилететь из любой буквально точки, там вот этого, из любой корпоративной там компании Китая. Все, продаем все, и они начинают массово продавать, потом подключаются их там соседи из другой страны, из другого фонда на обеде банкира, ну, с кем-нибудь такая идет, пил коктейль и сказал, ой, а знаешь, мы что-то решили все продать, и они такие, блин, надо нам тоже продавать, и все, и понеслось. А на этой неделе буквально стресс-тесты же банки проходили, и они учитывали, Евгений с самого начала сказал о замедлении экономического роста, у них же два сценария теперь, причем страдают самые мелкие банки, и контрагентами являются при всех переводах американские банки. По сути, если бы Трамп хотел, он бы перекрыл мгновенно кислород. Если он этого не делает, значит, сделка нужна не только Трампу, но и Китаю. Ну, вот, касаемо сделки, ну, давай вот логически подумаем. Когда, как не сейчас, делать плохо Трампу? Неужели вот ты, да, у тебя есть враг очень один, да? Неужели ты с ним хочешь еще 5 лет иметь диалог? Трампа сейчас не хотят видеть очень, очень многие страны, помимо Европы и Китая, да, поэтому тот же Китай, я бы на их месте сейчас, вот почему они ждут и не говорят нет, там, да, или сделка будет, или сделки вообще не будет, я бы подождал бы еще 1-2 месяца, и сказал бы, до выборов никакой сделки точно не будет. Так они и тянут время. Я бы на их месте, наоборот, обрушил бы рынок, сделал все, что угодно, чтобы Трамп не переизбрался. Иначе с ним придется 5 лет еще вести диалог. А он пойдет потом в Улыну. Но уже давить будет окончательно потом. Ему терять будет нечего. Поэтому здесь вот я все-таки делаю ставку на первый квартал, что не то, что не договорятся, а будет тупик в переговорах, и китайцы прям четко скажут, давай лучше дождемся, кто будет следующим президентом. И именно это может послужить действительно спусковым крючком. Василий, твою точку зрения все знают. Ребята, у вас какой взгляд на это? Ну, хрупкий мир. Мы ждем хрупкого мира, мы ждем вот, что текущая ситуация, когда каких-то действительно договоренностей на бумаге, подписанных, всем понятных, опубликованных нету. Скорее всего, в таком формате Китай с США продолжат вести диалог в следующем году. Итак, война может быть какой угодно. Технологической, торговой, космической. Но нефть и газ по расписанию. Давайте обсудим нефтегазовый сектор. Кстати, у нас есть отдельный выпуск, который мы записывали буквально недавно с Василием, и он будет по ссылочке вот здесь. Мы хотели бы обратить внимание на нефтегазовый сектор. Понятно, что про нефтегаз можно рассуждать очень много, он очень разный. Более того, есть российский рынок, есть американский рынок, есть Азия, есть нефть, есть газ. Но мы решили остановиться так кратенько на именно американском нефтегазовом секторе, потому что, на наш взгляд, он является такой очень проблемной точкой в американской экономике. Если коротко, Вася уже рассказывал раньше, что цены на газ в США сейчас очень низкие. Мы для вас решили это продемонстрировать. Что это такое? Вот эти две линии – это диапазон цен на газ в Америке за последние 10 лет. А вот эта белая линия – это цены на газ в этом году. Как мы видим, в этом году цена показывало минимальные значения за 10 лет. Почему газ такой дешевый стал? Потому что сланцевая революция очень сильно увеличила его добычу. Компании начали добывать очень много газа, другие компании начали добывать нефть, а специфика сланцевой нефти состоит в том, что вы не можете просто добывать нефть, даже если хотите. Да? А в лучшем случае у вас получится, что вы добываете, ну, наверное, из всего объема, который выходит у вас из-под земли, добываете там, наверное, 80% из этой нефти, 20% это газ. А газ нельзя просто так сжигать, да, это не экологично, за это компании штрафуют, все должны его, что-то с ним делать, да. Что они делают? Они строят газопроводы и куда-то их там продают, пытаются продать куда угодно, сильно этим не заморачиваются, потому что их главный бизнес – это нефть. Кирилл, извини, я тебя все-таки перебью.
зрителям всегда хочется знать, ну и что? Вот, ну и что, что вот такие проблемы? Куда вкладывать? Где можно заработать? А заработать, вот здесь я бы не стал пытаться заработать, потому что, на наш взгляд, вот эта ситуация крайне плохая, непонятно, когда может исправиться. Газа так много, что его не знают, куда девать. Из него пытаются делать какую-то нефтехимию в Америке, из него уже делают ЛНЖ, этот ЛНЖ, то есть сжиженный природный газ, его отправляют в Европу, пытаются этот газ монетизировать как угодно, девать его некуда. Слушай, ну здесь несколько сразу аргументов. Три основных американских гиганта, газовые компании, именно газового гиганта, сокращают буквально с января месяца объем добычи газа. Ну, два известных торговца на бирже, Chesapeake Energy и Southwestern Energy, да, они входят в холдинг. Третьей компании нет, на рынке не представлено. Сокращают объем добычи, чтобы, соответственно, стабилизировать или поднять цену на газ, чтобы выйти на рентабельность. Потому что мы знаем, эти компании на грани банкротства. Если бы Chesapeake Energy не получил кредит, он бы вообще банкротился. Это один позитив плюс. Второй момент. Все-таки Америка в Польшу газ уже транспортирует, экспортирует. Там, да, и вроде как планируется увеличивать. Плюс в Китае, я посмотрел последние данные, плюс почти 9% взлетел импорт нефти именно природно-жиженного газа. А потому что что? А природный газ, соответственно, наоборот, снизился на 7%. Поэтому если Америка тоже свой газ СПГ-шный будет толкать туда, да. Так, кажется, пауза. А все почему? Ничего личного, чисто бизнес. Даже с момента торговой войны китайцы как покупали американский газ, так они его и покупают. Надо будет еще больше покупать. Это тоже такой болезненный момент в плане экономики у Трампа. Поэтому, чтобы поддерживать этот рынок, ему нужно найти рынок сбыта. Поэтому он и пытается и в Европу, и в Америку. Поэтому здесь... Проблема в случае СПГ стоит в том, что американские СПГ-заводы, когда их строили, это очень сложные заводы, их нужно строить там 5, наверное, лет, но не меньше. Когда их строили, все ориентировались на высокие цены в Европе, на высокие цены в Азии, которые сейчас раза, наверное, в 3 ниже, чем они тогда думали. И эти заводы построены, они сейчас в лучшем случае работают близко к своей окупаемости, то есть они на самом деле зарабатывают на этом очень мало. Да? А главный риск – это что спрос со стороны, например, нефтехимии может начать падать. Например, сейчас падают продажи автомобилей во всем мире. А автомобили – это очень большой источник спроса на разные пластики, полиэтилены, полипропилены, на все подряд. Если этот спрос будет падать, будут падать цены, будет падать там, маржинальность этих производителей нефтехимии, это будет тоже давить на цены на газ. А касательно вопроса со снижением добычи, Америка отличается тем, что там этих производителей газа очень-очень много. Даже несмотря на то, что есть несколько самых крупных, сокращение добычи одной и там двумя компаниями может не решить проблемы. Тремя основными. Потому что помимо тех, которые торгуются на бирже, в Америке очень много частных компаний. Да? И то, когда игроков рынка очень много, рассчитывать, что снижение добычи всего несколькими из них повлияет серьезно на ситуацию, ну, трудно. Да? Другой аргумент. В 2015 году, когда резко упали цены на нефть и на газ тоже, было очень много дефолтов, очень многие снижали из-за этого добычу, но цены на газ тогда не выросли. Почему стоит ожидать их роста сейчас, не знаю. У Васи просто есть бумаги Chesapeake Energy. Нет, у меня Southwestern Energy. А, да ладно, ты уже что-то там изменилось. Ну, кстати, и та, и другая за месяц плюс 20% взлетели все-таки. Поэтому я думаю, что есть потенциал. Основной аргумент еще какой. Я все-таки думаю, что цены на нефть именно долго не задержатся на высоких отметках. Начнется коррекция, причем, возможно, спровоцированная самим картелем ОПЕК, для того, чтобы еще раз все сланцевый бум накрыть. Если накроет сланцевый бум, а он является одним из главных негативных моментов для газовых компаний, ну, соответственно, газа будет меньше добываться существенно. Ребят, а давайте так. Я клиент. Неважно, брокера или просто на рынке. Вот решила поспекулировать. И мне интересно, а что будет с нефтью в 2020 году? Давайте хотя бы представим краткосрочный сценарий 2020 года. Что будет с нефтью? Нефть – это другой совершенно рынок, потому что, если мы сейчас говорим про газ в Америке, это локальный газовый рынок, и там свое ценообразование. А мировой рынок нефти, он все-таки такой более ликвидный. Грубо говоря, нефть вы добыли даже в Америке, можете отвезти ее там в порт, загрузить на танкер, все, отправить в Китай, куда угодно. Поэтому, если мы говорим про нефть, то это разговор неминуемо сводится к ОПЕК+,
и сокращением добычи и так далее. Ох, мне кажется, пригодится нам вот эта вот штучечка. Давайте так. Куда? Направление. Направление куда делать? По бренд и WTI. Есть направление? Нет. Просто я бы сказал, ни вверх, ни вниз, вбок. Будет, наверное, вот такое. Ты да. ждешь снижения. Мое мнение, да. Сколько сейчас стоит бренд? 67, 68, да? Скорее всего, да. 68 – это уже очень хороший уровень такой да. рентабельности, который устраивает вообще всех. Россию, ОПЕК, даже американский сланец, вообще всех. Скорее всего, цены на таком уровне долго не продержатся. Об этом уже говорят фьючерсы на нефть, да, если посмотреть, сколько стоит там нефть с поставки через пару лет, там цена намного ниже, там 60 с чем-то долларов, я не помню, 62 или 63, да, то есть это означает, что игроки долгосрочные, которые хеджируют там свою добытую нефть, они готовы ее продавать там через год по 63. Тему интересную затронули, причем именно с приходом Дональда Трампа началось как раз вот развитие, потому что он все альтернативные источники mm-hmm. энергии, кто занят компанией с альтернативными источниками энергии, они все пошли с камнем вниз. И он сразу сказал, как пришел к власти, меня не интересует альтернативная энергетика, мне нужны рабочие, условно, там места, и добывайте больше там того, что можно добыть. Рабочие места его интересуют, подъем экономики. Окей. Но в то же время, сколько раз за последний год он кричал, что дорогая цена на нефть его не устраивает. Я хочу 45, потом 40, потом 35. Сколько раз он давил на картель ОПЕК, перестаньте сокращать квоты, мне нужна дешевая нефть. Хотя на самом деле мы же понимаем, чем выше нефть, тем Америке лучше, чем сколько она сейчас крупнейшая в мире страна по добыче, и она начинает экспортировать еще. Поэтому просто Трамп говорит одно, ему нужна, мол, дешевая нефть, это он говорит публике. На самом деле, как мы понимаем, про доход от продажи нефти, это хрен знает какие деньги. И чем она выше, тем ему лучше, и экономике лучше. А мне кажется, и так же просто совсем. Я имею в виду, что так же совсем. И с Пауэллом то же самое. Угу. Говорит, одно делает другое. А мне кажется, что Дональду Трампу еще очень важна цена на бензин, чтобы была не выше $2 за галлон. Ян, это невозможно. Хочешь больше дохода от экспорта нефти, пусть цены на нефть растут. Проблема в том, что нефтегазовый сектор США составляет меньше 2% ВВП. А низкая цена на нефть на самом деле будет очень... Низкая цена на нефть – это очень хорошо для роста экономики. Дешевый бензин, дешевый транспорт – это означает, что у вас есть хорошие стимулы там, для развития компаний. Поэтому с учетом размера нефтегазовой отрасли США, все-таки Дональд прав. Так. В этом он прав, на мой взгляд. Васильев, президенты Евгения и Кирилла, министры и советники, они знают, что нужно делать с мировой экономикой и что будет с нефтью и газом. Итак, база. Как собрать портфель? Давай разберем два варианта портфелей. Один портфель – это так называемый сбалансированный или долгосрочный. Для инвесторов, у которых горизонт не несколько месяцев, год, два, три, даже больше. Чем дольше, тем лучше. И это те люди, кто не хочет заходить там, в мобильное приложение ежедневно, проверять свой брокерский счет, что упало, что продать, где выставить какую заявку. Это такой инструмент сбережения, долгосрочный. А чуть позже потом разберем более спекулятивный портфель. Что касается вот, портфеля долгосрочного инвестора, как мы его сейчас себе видим и какие туда нужны инструменты включать. На наш взгляд, первый вопрос, который встает перед каждым инвестором, это все-таки какая валюта. Потому что вот есть рубли, доллары, евро. Были у нас не так давно периоды, когда рубль, например, себя плохо чувствовал, тогда валюта была лучше. Что делать? На наш взгляд, нужно примерно равномерно распределить между рублями и долларами. Евро сейчас лучше все-таки не трогать, потому что там история в Европе, она довольно сложная. Там и Брекзит, и экономический рост Германии плохой, и в Италии тоже проблемы. Поэтому евро лучше сейчас не трогать, и доходности там совсем плохие. Поэтому 50% примерно в долларах и 50% примерно в рублях. Евгений, а я смотрю на этот кружочек, и у меня такое ощущение, что это прям защитный портфель. От чего страхуемся? Защищаемся. Страхуемся и от возможного кризиса, в том числе. Портфель долгосрочный, то есть он должен переживать кризисы. Он должен вести себя хорошо и когда рынок растет, и когда рынок падает. Он должен сглаживать все эти рыночные колебания.
но при этом как бы и возможность заработать тоже должна быть, да, поэтому у нас тут довольно большая доля все равно остается в акциях. Это портфель все-таки для долгосрочного инвестора, там обязательно должны быть акции. Есть акции США, несмотря на то, что мы сегодня говорили, что они переоценены, все равно нужно оставаться сейчас, оставлять какую-то часть портфеля в долларовых акциях в Америке. Конечно, здесь нужно подойти очень аккуратно к выбору, потому что многие компании популярные, такие как Apple, там, Amazon, Facebook и так далее, очень дорогие уже, непонятно, будут расти, не будут. Вот, сейчас инвесторы американские массово покупают более консервативные акции, у которых там низкий P/E и высокие дивиденды. Почему? Потому что им нужно, им как раз нравится высокая, ну, не, может, не высокая, но какая-то хорошая дивидендная доходность, там процента 3-4, потому что она будет, эти компании будут продолжать, скорее всего, платить дивиденды ведь, в будущем. В России дивиденды выше. Да, в России дивиденды выше, и хорошо, что ты, конечно, спросила. В среднем они выше. По индексу S&P, если мы возьмем крупные компании, они где-то приносят чуть меньше, по-моему, 3% дивиденд доходности. А российские компании в среднем по индексу РТС, по голубым фишкам, по большому счету, приносят сейчас 6,4% дивидендной доходности. Это существенно больше, чем в два раза выше. А отдельные истории есть на российском рынке, которые 10% дивидендной доходности могут вам принести. Это какие? Это, например, Норникель. Да? Очень хорошая инвестиция последних нескольких лет. У нас очень много клиентов про нее всегда спрашивали, говорили: о боже, он так растет, он такой дорогой, не буду покупать на хаях. Они-то спрашивали, когда он стоил 12 тысяч, 13, 14, сейчас он почти дополз до 20, и все это время платил очень высокие дивиденды. Так, на чем мы остановились? Еще облигации? Нужны? Да, давайте про облигации самое тоже интересное поговорим. Здесь история в рублях. Давайте сначала с рублей начнем. В рублях есть облигации государственные, или так называемые ОФЗ. По ним доходность сейчас совсем скромная, честно говоря. Она ниже даже, чем дивидендная доходность российских акций. И, на наш взгляд, для долгосрочного портфеля, наверное, не лучшая инвестиция сейчас. Лучше посмотреть все-таки на корпоративный сегмент, то есть облигации компаний. И здесь, да, здесь нам нравится так называемый второй эшелон. То есть в облигациях, ну, традиционно его делят весь рынок на три эшелона. Первый, второй, третий. Первый – это, безусловно, самые надежные корпорации, чаще всего с государственным участием. Ну, например, там Сбербанк, ВТБ, Газпром, Газпромнефть, ну, такие ВЭП. Второй эшелон – это все-таки компании поменьше, чаще всего они частные, но это тоже крупный бизнес, крупные выпуски облигаций. Третий – это отдельная история, там совсем неизвестная компания. В портфеле какой эшелон? Вот. И нам нужно сейчас ориентироваться на второй эшелон, на отдельные интересные компании, где доходность по облигации будет, например, в районе 8-9% в рублях. Конкретные компании нам, например, нравится сейчас АФК-система и строительная компания ПИК. У них хорошие доходности, классные облигации, нам нравятся. Что касается долларов, ситуация с долларами не такая радужная, там доходности в этом году заметно снижались. Как раз история вот то, с чего начинали, про ФРС, про снижение ставки. В результате доходности по облигациям в долларах довольно низкие, не очень интересные, но если у вас есть статус квалифицированного инвестора, есть доступ к зарубежным фондам, то есть интересные фонды, которые платят дивидендную доходность порядка 5-6%, в них очень много долларовых облигаций, они интересные. А почему золото только 7%? Так мало? Ну да, и про золото последнее, но не последнее по важности. Как говорится, золото – это всегда хороший актив, который поможет ваш портфель стабилизировать, если на рынке случится что-то очень плохое. Золото, да, вопрос такой, не понимаю, зачем золото, а не золотодобывающие компании, которые взлетели у нас в этом году в лидерах роста по 30-40%, поле золота, поле металл. Золото не генерирует денежного потока, нет дивидендов, зачем мне? Оно может на месте стоять год, два, три, а компании по 7% дивидендов не будут приносить. Поэтому... Отличный вопрос, я сейчас на него отвечу. Чем золото лучше, чем золото акции в золотодобывающих компаниях? Потому что у золота, как правило, отрицательная корреляция к падению фондового рынка. Это падение, когда происходит... Отрицательная корреляция. Да, я сейчас про это нужно расскажу, подожди. Нужно рассказать, что это значит, чтобы даже наши операторы поняли.
когда на рынке происходит суперкризисные явления, все инвесторы начинают, как правило, продавать активы на фондовом рынке. Падают и акции, и облигации, все падает. Золото при этом либо не падает, либо растет, да, потому что это ультразащитный актив. В ситуации ультракризисной акции ваших золотодобывающих компаний все равно будут падать. К сожалению, вот 2018 год, четвертый квартал, когда все акции в мире, ну, в Америке рухнули по 30-40%, золото шло вместе, так же, как американские трейдеры продавали все. Все рисковые активы шли вместе в одну и ту же сторону, как и защитные. Впрочем, как и в этом году, растут и рисковые активы, и защитные активы. Вася. Поэтому не, корреляция не всегда работает. Сейчас еще мир с ног на голову весь перевернулся. Но в любом случае, если портфель там на 2-3-4 года консервативным, наверное, все-таки золотодобывающие компании, мне кажется, интереснее. Золотодобывающие компании, кроме того, несут риск того, что компания не сможет, например, его добывать, на секундочку. У нее может взорваться шахта, у нее может, например, правительство запретить экспорт золота, еще что угодно. В акциях добывающих компаний всегда намного больше других рисков, которые многие предпочитают игнорировать, пока акции растут, но вот когда все упадет, о них вспомнят. Ты заметил, что Кирилл показывает пальчиком в этот момент на тебя, потому что знаешь, какой бы у тебя портфель был сбалансированный? 50 на 50. А что вы можете предложить? Не хочу сберегать, хочу заработать. Много. Действительно, деньги не свои, зачем сберегать, лучше зарабатывать, да? Ну, у нас есть и для таких инвесторов идеи. Например, это производители памяти, оперативной, жестких дисков и другие связанные с этим компании. Это всем известный Samsung, американская компания Micron, Applied Materials, который производит оборудование для печати микросхем, и Western Digital, производитель сроки? Жестких дисков. Какие сроки? Сроки тебе понравятся, там, 3-6 месяцев. Супер, да? То, и можно заработать процентов 20, ну, может 30. Конечно, есть риск и потерять, если будет та коррекция, которую так ждет Вася, эти компании могут и упасть. Но я большой не жду. Процентов на 10-15. Но мы же сберегать не хотим, хотим зарабатывать. Поэтому отличный выбор. Почему? Потому что этот рынок очень цикличный, и в этом году все эти компании испытывали проблемы. Падали цены на память, падали цены, падал спрос на оборудование, на них плохо повлияла еще и торговая война между США и Китаем. И все инвесторы ждали вот этого конца, дна рынка, когда начнется уже наконец разворот. И сейчас, там уже по данным последних финансовых отчетностей, все компании показывают, что все уже не так плохо. Топ-менеджмент говорит, что в 2020 году будет рост, дна достигли. Соответственно, акции уже растут, и еще можно на них сейчас как раз заскочить и подержать еще, например, одну-две отчетности, чтобы испытать вот этот рост, прокатиться на этом восстановлении памяти. Чтобы испытать стресс. А там уж как фартанет. Конечно, но мы же хотим заработать. Хотим. Очень. Без как там? Шампанское хочешь пить? Рискуй, братуля. Ладно. Это они твои выпуски. Нет, давай так, если ты уж хочешь рискнуть, причем рискнуть, давай так, процентами 20, наверное, отсчета, а заработать процентов до 100 на горизонте 3 месяцев. Интересно такое соотношение? Пока нет, я хочу ребят послушать. Риски 20, потенциал от 100. Поговорим об этом чуть позже. Купи лучше ВИКС, который на лоях лежит. Риски 20, потенциал 100. Ой, хорошо. Кладешь. Ты хочешь, чтобы я купила индекс волатильности? Ты прикалываешься сейчас? Нет. Нет, Вася не хочет страдать, Вася, один, так, он хочет, чтобы так все не бывает. Страдали. Обычно... Ты хочешь, чтобы я слила? Обычно так не бывает, Вася. Обычно доходность всегда меньше рисков. Всегда нет, нужно это все... думать об этом. Все круто. Но если, Яна, тебе нужно 100%, у нас есть для тебя пару идей. Есть одна идея на российском рынке, например, акции «Русала». А в чем она заключается? В том, что «Русал» владеет крупным пакетом в «Норникеле» 28%. И «Норникель», как я уже говорил раньше, очень сильно вырос в этом году. И сейчас сложилась очень интересная ситуация, что если мы покупаем акции «Русала», мы, по сути, покупаем «Норникель», а весь алюминиевый бизнес «Русала» нам идет в подарок, так сказать. Почему? Потому что акции «Русала» не росли, а стоимость пакета в «Норникеле» очень сильно выросла за последний год.
Вот. И можно, соответственно, покупать акции «Русала» с расчетом на то, что эта вот рыночная аномалия со временем исчезнет. То есть акции «Русала» должны вырасти, должны отыграть вот этот рост пакета «Норникель». Кирилл, вот прям 100%? Нет, конечно же, не 100%. Главный риск в этой истории, что вот это восстановление может затянуться, потому что его должны увидеть многие игроки на рынке, да? Должен появиться какой-то еще дополнительный стимул. Например, если там на цены алюминия начнут расти, они сейчас где-то там в боковике, то, что с называется. С чего им расти? Если автопром загнивает, экономика Китая как минимум на 0,5% еще съедет вниз, они сами об этом говорят. Ну, соответственно, просто с чего вдруг промышленные металлы будут расти? Ну, ГМК выстрелил насчет палладия, мы же прекрасно понимаем. Ну, это другой вопрос. Я просто сейчас говорю, почему может вырасти «Русал». Конечно, этот фактор может не сыграть. На это и 100% потенциал роста, да? Другой хороший стимул может быть то, что «Русал» наконец начнет платить дивиденды. Потому что российские компании все нравятся дивидендами, а «Русал» их пока не платит на стабильной основе. Ну, не знаю. То, что касается «Русала», вот прям вот так. Ввиду и политики в том числе. Спорная тема, я представил. А что еще? Что еще-то есть? Конечно. Ладно. Не нравится «Русал», а кофе. Нравится, но не хочется. Кофе. А кофе нравится? Очень. Хочешь кофе? Пила утром кофе? Да. Вот. А китайцы тоже начинают любить кофе. Наша любимая инвестиция, китайская компания Luckin Coffee, которая очень быстро растет, расширяет свою сеть кофеен в Китае очень быстро. Рост выручки трехзначными темпами. Рост купленных чашек кофе тоже трехзначными темпами. Супер, ракета. Просто ракета. Ракета, о которой я говорила в самых первых выпусках. Но, к сожалению, доступна только квалифицированному инвестору. Есть альтернатива? Альтернатива. Давай, из 7000 американских компаний и 100 российских. Пушка идею. Ну, мы говорили, что ставить на выборы США опасно, да? Но может быть и доходно. Например, если мы хотим ставить на победу демократов, то можно инвестировать в американские страховые компании. Например, в самую крупную United Health. Потому что если выиграет Трамп, то, естественно, акции этой компании вырастут, потому что не будет этого давления со стороны демократов. И страховые будут расти дальше. Сейчас они показывают очень хороший рост фундаментальных показателей, но проблема в том, что игроки не готовы, грубо говоря, их сейчас агрессивно покупать как раз из-за рисков выборов. А я считаю, Трамп победит. Тогда что покупать? Тогда, как мы говорили, покупаем Lockheed Martin. У меня уже есть в портфеле. Уже есть? Есть. Не, у меня идеальный портфель. У тебя идеальный портфель. Не добавить. Не, у меня из самых моих рисковых идей, если брать российских на следующий год, это компания «Русгидро». Вот. Причин, ну, я сейчас обсуждать ее не будем, просто там, это одна из немногих просто ставок таких довольно-таки агрессивных на следующий год. Я считаю, потенциал там хороший есть. А вы смотрели выпуски? Вы конечно. Видели наши портфели? Хотя есть сомнения. Видели, конечно, видели. Не да. знаешь о том, что у меня есть Lockheed Martin. Ну что, давайте разберем мой портфель и Васин. Итак, Ян, твой портфель в хорошей форме, плюс 3% ты заработала, но у тебя многовато долларов в твоем портфеле и очень много денежных средств неиспользованных. Так это же хорошо, когда многовато долларов, нет? В принципе, да, но, как мы показывали раньше, имеет смысл все-таки твои денежные средства все-таки во что-то припарковать, например, в облигации. У тебя нет в портфеле совершенно облигаций. А так как ты, к сожалению, не квалифицированный инвестор, то у тебя выбор там, евробондов ограниченный, да, но зато можно купить российские облигации, как раз про которые мы сегодня говорили. Вот. А у Васи дела чуть-чуть похуже, да, минус 6,5%, ты с ними... Сейчас сидишь, ждешь Нового года, так сказать. Ну, еще 4, почти, ну, да, 3,5, еще рубль дал, переоценка рубля. Поэтому там минус 10 просадка, да, 4 переоценка, 6,5. Ну, может быть, да, ты еще, кажется, фиксировал прибыль по ВИКСу. Там тоже, кажется, был убыток, который тут чуть-чуть не видно. В общем, пока у тебя ситуация более напряженная, чем у Яны. Я не напрягаюсь. Надеюсь, Олег Юрьевич, вы тоже не напрягаетесь. Это всего лишь деньги маленькие. Мы сделали такой небольшой анализ,
так сказать, апокалиптичного сценария, на который рассчитывает Вася, да, и если все пойдет, ну, более-менее неплохо, да, соответственно, как себя будут вести портфели Яны и Васи. Давай, наверное, Женя, расскажи сначала про худший случай. Если произойдет кризис, если будет масштабная коррекция на рынке, все просто, мы просто пытались проанализировать динамику, Вась, твоего, Яны, твоего портфеля, в случае, если на рынке произойдет коррекция примерно такая же, как произошла в 2008 году. Падение, то есть? Да, да, то есть основные индексы резко снижаются, соответственно, стоимость акций снижается, а защитные инструменты, инструменты, которые идут против рынка, как у Васи, они выстреливают в стоимости. Мы предположили, что кризис наступит через полгода от текущего момента, тогда через год, наконец 2020 года, Васин портфель может показать динамику плюс 75%. Если ничего ты с ним не будешь делать, не будешь его изменять, а просто будешь держать те позиции, которые у тебя есть. Безусловно, ты этого делать не будешь, ты будешь и дальше спекулировать. Твои слова покупать, да богу в уши, продавать. Да. А что касается портфеля Яны, он будет в минусе. Он будет в минусе, но опять же, мы предполагаем просто, что текущая ситуация, текущий портфель, он не меняется, что, естественно, не так. Если кризис будет, то ты какие-то действия, очевидно, будешь предпринимать, сокращать позиции. Я выведу все просто. Вот, да. И тем не менее, стоит отметить, что индекс S&P при прочих равных снизится гораздо больше, чем твой портфель. Это говорит о том, что он сейчас у тебя собран хорошо, он не так сильно зависит вот от рыночной волатильности, в первую очередь благодаря тому, что у тебя есть кэш. Можете повторить про мой портфель? Он отличный. Слышал, Василий? У меня тоже отличный. Вася, он 75%. Год просто неудачный, а так портфель-то отличный. А второй сценарий какой? Второй сценарий – это сценарий, когда никакого апокалипсиса не произойдет. Тут было чуть труднее, потому что в случае с худшим вариантом мы можем взять 2008 год, там замоделировать ваши портфели. Тут ситуация была посложнее, но все-таки мы там нашли какой-то такой вариант. Конечно, взяли 2012 год, там, конечно, ситуация была сильно не похожая, но, пожалуй, это, наверное, лучшее, что можно было там сделать, выбирая какой-то момент на рынке, который был похож на текущий. Вот, соответственно, тут все совсем не так плохо, как на предыдущей картинке. S&P чуть-чуть проседает на минус 10%. Как раз некоторая коррекция в переоцененном рынке тут будет, да, это на горизонте там где-то, ну, 3 месяцев, да, но затем ситуация нормализуется, и индекс заканчивает там год где-то там плюс 7%. Это такой самый оптимистичный сценарий, он соответствует, вот эта цифра 7%, например, соответствует самому оптимистичному прогнозу из аналитика крупных инвестбанков, это вот вариант аналитика Credit Suisse, это рост S&P где-то на 6-7% в следующем году. Вот. И на этом графике портфель Яны выглядит потрясающе. Падает не так сильно, как S&P, и растет на 6%. Если будет такой сценарий, блин, вот я именно такой сценарий и жду. Там, да, коррекция с начала года в первый квартал, соответственно, прирост портфеля там, процентов на 10-15. Вот, ну, соответственно, если коррекция будет, я тоже хочу... То есть ты не пожадничаешь, да? Потому что 15-75. Слушайте, я в этом году, давай так, я в этом году, в следующем году не жду апокалипсис. Там. Он в любом случае случится, но я понимаю, что есть еще возможности у того же Федрезерва, мы прекрасно знаем. Поэтому коллапс случится, наверное, там в 21-м, но не в 20-м жду коррекцию. Здесь бы я перевернулся тоже. Я бы закрыл шорты, если рынок упадет процентов на 10, то есть это отметка 3300, там, да, я уже буду закрывать там. И буду смотреть. Если пробьем отметку 3300 по S&P, там да, там цели до 2800, там, конечно, дорога открывается очень хорошая. Я ее не возьму, по-любому. Я возьму свои там 15% и буду искать момент для переворота, потому что до выборов есть шанс, конечно, что рынок будет еще держать. Но ребята с самого начала сказали, что при текущем портфеле, если мы сохраняем свои ставки такими, какие они есть, есть два сценария. Вот и все. Ну, ты держать будешь. Моя задача вот, вот здесь вот шортики закрыть, соответственно. Или надеть. И перевернуться в лонг и прокатиться хотя бы до выборов. Ну, я думаю, сейчас многие так думают, кстати. А вот еще раз скажите, сценарий. За основу год какой вы взяли? 2012 год, там как раз тоже были выборы в США. 2012? Да. Да. И с точки зрения политики ФРС, безусловно, текущая ситуация
она не то чтобы уникальна, но ее не было очень давно, потому что Центральный банк снижает ставку, такого не было очень давно. Но 2012 год, в принципе, был более-менее похож. Тогда действительно мы находились между там количественным смягчением. Итак, а давайте подытожим. Какой у меня портфель? Потрясающий. Отличный. А у Васи? Спекулятивный. Да. Спасибо, что пришли. Это были Евгений и Кирилл, аналитики Тинькофф Инвестиции. С наступающим, ребят. Да, и вас тоже. Вас тоже. Спасибо. Хороших, удачных инвестиций. Вовремя закрыть шорты. Итак, друзья, это последний выпуск в уходящем году. Мы тоже уходим на каникулы, так что увидимся в 2020. А чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. А еще, Василий, у меня есть для тебя новогодний подарок. Вау. Училось. Блин, Яночка, ну ты капец. Я старалась, а ты? Ты капец. Ладно, давай пожелаем всем нашим зрителям, чтобы лоси приходили к ним как можно реже в следующем году. Пока.